Снова привет. Вот я вышел на коп, купил себе такую вот катушечку. Шикарную катушечку. И вот у меня уже были вот такие вот находки, но я не стал снимать, сейчас покажу. Вот. Это паруси такие вот находки. Вот бубенчика кусочек. Это пряжечка была. Это, наверное, от двери вот такая вот ручка. Ручная, это кусок керамики такой. И вот уже выпала такая вот монетка. Такой вот динарик, вот такой вот красавец. Даже не знаю, что это такое. Но такой вот красивенький он. Динарик. Это рукопожатие, наверное. Хотя я не уверен, конечно. Вот такая вот красота. Не знаю, вот катушка эта мне очень сильно понравилась она. Вот это поле такое уже подвыбитое. И все равно в прошлом году ходил, как бы ничего не нашел, а в этом году вот уже и динарики есть, и думаю, еще что-то будет, наверное. Вот буквально пришло где-то так, не знаю, может минута, вон та ямка, где был динарик, и вот выпала у нас опять монетка. Это у нас уже 3 копейки 34 года. Такая вот монетка. Сохран такой, ох, красивенький. Незализанная. Монета просто класс. Такой гурт тоже хорошенький. Пятый и пять он. Там динарик, трешечка, и у нас что тут у нас? А, у нас опять трешечка вот выпала. Этот уже, только это уже 52-й год. Ну, тоже такой сохран нормальный. Правда, не сильно, тут такие окислы. Тем не менее, тоже монетка. Мусора тут мало, я уже так поверхностно его поднял весь. За 2 года. Думаю, сегодня может еще будет монетки. Иду вот опять дальше, и опять у нас монета. Вот это не катуха, я не знаю, это просто какая-то бомба. Только это у нас уже бронзовый, правда. А, не бронзовый, он медный. Динарик вот такой вот. О, не медный, а серебряный. Не знаю, ли мясной, наверное, хотя кто его знает. Просто красота. Так скажу, катуха просто бомба. Ну, правда, тут как бы мусора сильно нету, не знаю, на мусорных местах похуже, наверное, будет. Тем не менее, такая вот красота. Вот я шел и шел, у меня выпала такая вот монетка. Что это? Это у нас... Сейчас посмотрим, что это у нас. Это у нас 3 копейки. Не знаю, если мыло кинуть, может хороший будет, но так вот... Тут вроде вот такой сохран хорошенький. 1913, наверное. 13-й, 15-й. Что-то в таком духе. Такая вот монетка. Хожу, борожу, и вот попался такой вот перстенечек. Такой вот рисуночек у нас. Не знаю, женский, наверное. Вот такой вот. Что-то выпало. Такой вот. Ага. У нас такое донышко от батарейки. Думаю, монета. Это донышко от цинковой батарейки. Выпала такая вот ременная бляшка, наверное. Тут земля, конечно, не знаю, как ее так прочистить сейчас.
Как-то постараюсь. Вот такая вот она. Какой-то зацепчик, что-то в таком роде что-то. Выпала вон монетка. Так, это что тут у нас? 10 копеек 38 года. Поднял я такую вот красоту, такой вот колечко вот. Я пришелся, опять выпала у нас опять монетка, где-то тут она, а вот она, опять это у нас динарик, на этот раз уже не лемесной, тут был лемесной, он отломался, хотя может это тоже лемесной, но вроде серебро, такой дядька. Ну вот на стуле сидит. Так, здесь у нас что-то выпало, вот такая вот монетка. О, сохран такой у нас шикарный. Первый, 1/2 копейка, 1/2 серебром, 1841. Сохран шикарный. Монетки не зализанные. Вот такая вот монетка. Так, у нас что-то вот выпало. У нас опять колечко. У нас уже это третье колечко. Неплохо. У меня уже такая коллекция. Где-то колец штук 40. Еще сегодня добавится штуки 3. Вот выпало такая вот, такое колечко вот медное от упряжи. Пожалуй, буду уже собираться. Вот мой итог. До сегодня это такое, вот такое вот колечко. Такое. И такое колечко. Потом у нас 3 динарика вот. Один лебесной и 2 вот таких вот. Кристина. Как видно, вот написано Кристина. Ну, это, наверное, Марк Аврелий. Или кто там, не знаю. Таких 3 копейки 34 года. 1/2 копейки 1841, 10 копеек 38 года, 3 52, ну и 3 14 года. Ну это тыльник от ножа, такая еще штучка непонятная. Потом вот ремня
Ну и это от упряжи. Ну и мусор там, конечно, с собой повсюду. Ну что могу сделать в заключение по данной катушке? Ну, данную катушку стоит покупать. Вот, к примеру, это ж место выбито. Ну, билось уже давно. И все равно вот находки такие есть. Тем не менее, это где-то я часа два проходил, это за 2 часа у меня такое. Ну, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.